Необычный урок для третьеклассников гимназии номер 30 прошел в Национальной библиотеке республики. Глава Карелии прочитал им сказки Сакария Сатапелиуса «Сам Палапаренок» и «Зимняя сказка». Артур Парфенчиков любил этого автора в детстве. Вдруг он увидел великолепного оленя с чудесными золотыми рогами. Недолго думая, сам Палапаренок вскочил на него верхом, и они понеслись во весь дух вниз по крутому склону горы. В другое время золоторогий олень ни за что не позволил бы человеку сесть к себе на спину. Ребята рассказали, что не читали этих сказок и любят книги про Гарри Поттера. Артур Парфенчиков посоветовал присмотреться и к сказкам, уже ставшим классикой. В наших сказках еще это картинки нашей очень известной художницы Тамары Юфы. В принципе, мы выросли на ее сказках. Видите, ее картинки и Калевала, и Топелиус. Сказки очень добрые, познавательные такие. Мне понравилось. И еще мне понравилось, что я так вижу Артура Парфенчикова только вот на телевизоре, а вот сейчас я увидел его вживую. Поговорили и о том, кем дети хотят стать, когда вырастут. В завершении встречи Артур Парфенчиков пожелал школьникам прочитать больше интересных книг.